Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно интересной силиконовой приманке от компании Relax. Компания у нас американская, как уже многие знают, на рынке рыболовных снастей они очень давно и уже давно зарекомендовали себя как вполне уловистые и отличные по изготовлению приманочки снасти. Имеется в виду силиконовые приманки. Подразумевается. В данном случае моделька у нас Twister 2. Длина ее составляет порядка 4,5-5 см. Ну, как многие понимают, это пассивное положение приманки в зависимости от того, как у нас расположен хвост. То есть в таком вот примерно положении составляет длина порядка 5 см. При проводке, разумеется, у нас хвостовая часть начинает играть и длина существенно увеличивается. Поставляются данные приманки в такой вот классической упаковке, как многие силиконовые приманки от компании Relax. В количестве 25 штук они идут. Также в модельном ряду присутствуют очень богатые цветовые решения, которые подойдут, в принципе, для самых требовательных рыболовов. Силикон у нас не является съедобным. В какой-то степени это можно сказать плюс, в какой-то минус. Минус в том, что, опять же, она не съедобка, но большой плюс в том, что она не съедобная, это очень сильно и положительно влияет на износостойкость, скажем так, данного силикона. То есть силикон очень и очень живучий. Эластичность приманки великолепная. Изготовление, в принципе, в классическое, такое червеобразное тельце, покрытая по всей, скажем так, окружности мелкими ребрышками, переходящая в такой вот твистерный, довольно-таки широкий хвост. Хвостик тонкий, эластичный. С левой, точнее с правой стороны данной хвостовой части указан бренд, написано Relax. Ну, с обратной стороны моделька у нас здесь не указывается. Данная приманка отлично подходит под оснащение ее офсетным крючком, шарнирным грузиком по типу чебурашки, либо без грузика на отводном, как правило, поводке. Также отлично подходит вот такое оснащение, как у меня здесь, это джиголовка с жестко впаянным в нее крючком. Либо также можно использовать двойничок тоже с шарнирным грузиком в виде чебурашки, ну, либо каким-то другим грузиком. Работает отлично как на равномерной проводке, довольно-таки активная игра, так и на ступенчатой проводке, ну, как правило, джиговой. Ну и поводковые оснастки тоже классно себя показывают. Как правило, данную приманку я использую при ловле окуня. Окунь попадается от мелкого до вполне неплохих экземпляров. Однозначно могу порекомендовать данную приманку к приобретению. Очень хорошее качество, очень много их в упаковочке идет. И отлично работают по хищнику. Приобрести данные приманки можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Промокод Рыбалка34. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.